I got on the phone and called the girl, said, make me down the curly curls for a nay na na na. In my high heel shoes and fancy pants, I ran down the stairs, held me a cab going nay na na na. Хоровац. Денис, ручки помаши маме. Поздравляю тебя с днем рождения, держи. Чтобы вино не горело. Поздравь его каждый. Поздравляю, день я. Спасибо. Поздравь, дорогие, добавлю. Как подари ему нам? Подарите ему. Могу подарить. Денис, иди его, иди его поцелуй, иди поцелуй, как честными руками. Вот, давай все, кто его поздравляет. Давай тоже его. Поздравляем тебя, наш друг. Давай. И поздравь. Сейчас, я сейчас к вам хочу. Друзья мои, сегодня у нас, повтори, какой день? 4 мая. 2015 год. Сегодня у нашего друга Ливанчика день рождения. Исполняется ему 25 лет. 25 лет, четвертинка, представляете? Плавающие лебеди называются, да. Рублей были 25 рублей, плавающие лебеди. Поэтому все мы, друзья, желаем ему счастья, здоровья, благополучия, любви, счастья, радости, мяса хорошего, друзей хороших, надежных, теплой обстановки. Ну и все, конечно. Все остальное буду снимать я. И мир в стране. Миру мир, альменам деньги. Да всем деньги, почему только? Кто не откажется от денег? Мы тебя любим, Ливан, с днем рождения, всего самого-самого охренительного, чтобы все твои мечты, подождите, это банально. Вот красиво получается шашлычник, шашлыки хорошо получаются на фоне зеленого травы, ты представляешь? С днем рождения, Ливан, руку покажи, где Ливан находится. Это девушка его, не будем говорить фамилии, имя, отчество, год рождения, откуда прибыла? Город Челябинск, да? Из Челябинска? Нет, Екатеринбург. Екатеринбург, да. Россия. Скоро на свадьбе пару будем делать. А ты откуда, из Самары приехал? Что, я? Да. Я из Ливана. А, ливанский. Ливан. Понятно. Денис приехал у нас, по-моему, из Белоруссии, да? Да. Так, Аваков прибыл из Магадана. С Магадана. С Магадана? С Магадана. А, с Минска, правильно, с Минска. Ливанский? Ливанский. Свои дела? Из Ливана, Сирия. Екатеринбург? Да. Куда? А Ливан у нас из Крыма. Украинский крымчанин. То есть из Сухуми. А, да, точно. Он грузин. То есть из Сухуми. Он грузин. Мы так что говорили. Хорошо получается, нет? Нормально. Вот так вот, друзья мои, мы решили справить день рождения у товарища. Еще должны были прийти, но никто не пришел. Потому что вы как звали? Звали, думали правда. Потом оказалось неправда. Пошел дождик. И снова мы приехали сюда. Здесь многих не хватает. Двух Давидов. Кого приглашают? Женьку не хватает. Маки денег не хватает. Магду? Какая Магда? Мака. Мака, да. Я думал, Магда. Ой. Так, кого не хватает? Меня нащуили. Не, его как раз. Не поминай черта, да? О политике не будем. Так, что еще ему сказать, что я должен сказать? Да всего нам хватает. Ну, пожелаем нашему другу самого хорошего счастья, здоровья, благополучия, удачи. Вот все. Посмотрите, сколько он купил. Это отборный барашек. Понимаете? Смешанный с отборным поросенком. Звали его Нуфнаф. Вот. Это грибы, шампионы, выращенные в его парниках. Редиска, она, по-моему, из Беларуси, нет? Это, да, радиоактивная. Лук ливанский. Из этого, да. Брянского леса, короче. Да. Оливка испанская. Виноград такой французский. Как это? Вино грузинское. Бананы африканские. Трава марнеульская. Бананы африканские. Она у меня 5 дней стояла в стаканчике. Сыр. Голландский. Сыр голландский и сунгуни там еще. Виски. Там еще кетчупы, мечупы. Водка. Сейчас все. Пошли дальше. Бананы. Танцевать будем с ними. С Африки.
Негры прислали. Краснознаменный оркестр исполнит песню для моего друга Ливана. Такой вещи нигде нету. А, это серьезная вещь, немецкая. Какая немецкая? Немецкая. Немецкая точно, немецкая. Карман. Птички поют. Песня называется «Поздравляю тебя с днем рождения, мой любимый дорогой друг». Песня о любви, о молодом поколении, музыка моя, слова народные. Освещаем для него. Не пугайтесь, это не кусается, это не стреляет. Это звучит красиво. Вау, это китайская штука. Воздух надо пускать или ничего? Браво! Спасибо! Для моего друга! Спасибо, дорогой! Шорты лохотки. Там вина вон сколько. Дорогой Ливан! А мешать можно? Гилу савда бадабизге. Счастья, здоровья желаю. Счастья, удачи, большой любви, крепкого здоровья. Ну и не забывай своих друзей. Это видео ты будешь смотреть всю жизнь, когда тебе будет грустно и печально. Пройдут времена, нас, может быть, и не будет, но ты будешь смотреть и вспоминать, как в таких условиях мы экспромтом сделали тебе день рождения. Будь счастлив. За тебя, Ливан. Будь счастлив. Проводку правильно сказал. Дорогой Ливан, я Денис Анатольевич, счастливо и весело провожу с тобой время. В этот замечательный день я поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, всего наилучшего, чтобы удача сопутствовала и тебе, и твоим близким. Я надеюсь, что у тебя никогда не будет проблем, с которыми бы ты не справился. И всегда был готов к своему будущему и встретил его подобающе. С днем рождения, дорогой Ливан. Ну, целую тебя. Ну вы посмотрите, я маленькую рекламу сделаю. Сколько нас мало, а сколько еды. Это на целую армию есть еда. А я уже наелся. С днем рождения, счастья. Поменьше дел с вирусом, подальше от всяких банков, короче. А? Побольше работы, меньше спать. Я так считаю, короче. Что да. Сказал, сейчас не баба, понял. Баба, короче, а? Главное, мы поняли. Поняли, да? Да. Угу. Хорошо. А что делаешь ты, Иван? Что делать-то? Да, да, желаю всего наилучшего. В первую очередь, здоровья. Тебя с Ниной всегда-всегда в счастье. С твоими родителями, брат. И где бы ты ни был бы, все твои близкие, друзья, кто там находится, я уверен. Тебя найдут везде. Отмечают там, кто не смог прийти сейчас сюда и с нами вместе погулять и отметить день твоего рождения. И за них, и за всех твоих родных, брат. Живи и здравствуй. Ты спасибо. Достойный парень, и всегда такие тосты, чтобы никогда у тебя не закачивались бы. Такие хорошие тосты. Спасибо. И от души, главное, чтобы люди от души тебя поздравляли бы и от души рядом с тобой были. Молодец. Спасибо. Посмотри видео. Короче, знаешь, куда приди? Приди на черепашку, где баскетбольный, это как называется? Молодец, снайпер, ну. Подожди, я не понял, почему такой взрыв сильный? Да, это самое. Бутылку туда попала, приди, и когда придешь, позвони, мы его здесь же ставим. Такой не должен быть взрыв. Бутылку попала, потому что в бутылке хлопок был. Хлопок не должен быть такой сильный. Чего без кользы могу отгребли? Придут кто-нибудь? Ника, Ника, киллер, видишь? Какой молчишь? Дорогой Ливан, мы хотим подарить тебе этот подарок. В этот день я хочу подарить тебе эту красивую коробку. Храни ее. И когда мы встретимся где-нибудь на Луне, ты будешь гордиться этой коробкой и дашь мне в ней пожить. Ни у кого такой не будет, кроме нас.
Oh, epic good, epic dog, body baba. Магарати, ось своим сихарулити, ось чё они сакартулити. Своим шимартебиси, ось сихар. 53? 53. Да. Оцитрили с гулимаку, кацизакс. Оцитрили с адамьяни с гулимаку. Давид с гаумартус. Аргати, ось. Магарати, ось. Ай. Ай, амгат с гаумартус. Агумар. Давид. Шени сатек зелуа, метра. Сахарева. Камбавлива. Жириновского не хватает, вон Жириновский стоит. Леван, а красного нет ли нас случайно? Ну, Жириновского тоже сняла. Спасибо моим гостям за то, что они пришли, и они есть в моей жизни.